тот же день и в тот же час и почти на том же месте проходил очередной этап Кубка Поволжья по аквабайку. Кубок Поволжья проходит традиционно уже на протяжении лет, зимой на снегоходах, летом на аквабайках. Это объединение любителей экстремальных видов спорта. Здесь участвуют команды Москвы, Калязина, Иваново, Костромы, Ярославля. Наша команда «Углич Экстрим» всегда приносит неплохие результаты, прославляет наш город. Ну а нынешние соревнования проходят по виду спринт-кросс. Это в сидячих снегоходах, это класс-стандарт. Три круга и финиш, и стоячий скиду. Ски-дивижн, это два круга проходят и финишируют. И каждый участник соревнуется с каждым участником. Вы главный судья соревнований. Насколько трудно было их организовать здесь, в акватории реки Корожечной? Ну, любителей всегда бывает трудно организовать. Но, тем не менее, по сравнению с предыдущими годами, дисциплина, конечно, на уровне. Дисциплина повышается. Это радует. Ну, так все, в принципе, нормально. Ну, любительский спорт, он и есть любительский спорт. Хотя результаты, наверное, уже более подходят к профессиональным. Как выступают угличские спортсмены? Ну, угличские спортсмены, я уже сказал, что выступают всегда на высоте. И здесь, конечно, заслуги Ивана Малова. Это и в классе ски-дивижн, и в классе стандарт, бесспорно. Сегодня, когда закончили соревнования по мотокроссу, организаторы сказали, слава богу, без травм. Как у вас дела обстоят с этим? Ну, у нас как бы водные виды проходят практически всегда без травм. Здесь и в классе ski division скорости поменьше. Но, тем не менее, без ушибов, без падений не проходят никакие соревнования. То есть каждый спортсмен застрахован, обязательная страховка медицинская на все случаи жизни. То есть на падения, на ушибы, на переломы, на все. То есть спортсмены о себе заботятся. Ну и последний вопрос. Я хочу вас спросить о том, что в череде видов спорта аквабайк все равно занимает какое-то, может быть, небольшое, но свое место. И я думаю, что здоровому образу жизни спортивному это все-таки способствует. Я думаю, что для общей картины спорта в городе это ведь тоже неплохо. Как вы считаете? Ну, кто-то может сказать, что такое прокатиться на снегоходе, на аквабайке. А аквабайк и снегоход подразумевают очень хорошую физическую подготовку. И просто без физической подготовки результаты никакие приносить не будешь. То есть здесь разносторонняя группа мышц развивается. То есть физика, голова, трезвый ум. Вот, наверное, слагаемые победы.